Добрый день. Варю суп с сайрой. Две баночки с сайрой, картофель. Зажарка уже тут у меня брошена. Сейчас поменьше сделаю. И отправлю сюда еще баночку фасоли белой. Вкусненько будет. И доделываем плинтуса. Все становится симпатично. Вот такую штору я сюда придумала вместо двери. Красиво смотрится, оригинально. Очень интересную фишечку Игорь придумал с плинтусами. Здесь в зале мы же везде крепили нашу рупы. Вот здесь посередине плинтуса вот эта вот часть, середка, она же вытаскивается. И под ней крепится, шурупами крепили. Вот выдвинула я эту часть. И потом, когда начали делать в прихожей, на кухне. Ну, с прихожей все, конечно, началось. Игорь придумал приклеивать вот с этой стороны двусторонний скотч. И хорошо, без мучений, да, Игорь? Делаем, клеим теперь. Уголочки он обрезает. Они сильно выдаются, эти места. Игорь, середку не трогай, только по краям вот эти вот обрезай. Вот он сначала обрезает ленту эту, какую ему надо длиной. Здесь вот уже там вот липкая часть приклеивает. А потом снимает вот эту красную. И все, идет, лепит плинтус. Мне очень понравилось. Такой легкий способ. А с шурупами, конечно, мы тут помучились. А почему помучились? Потому что вот эту-то вот полосочку-то потом сложновато вставлять. Фотообои я давно уже наклеила. Вот над диваном. Вот такое у нас окно. Приятно так вот особенно представляешь, воображаешь, что вот здесь идешь, гуляешь, да? Солнышко, тень. Красиво смотрится. У нас морозы стоят. Порой бывает ветер. Обои давно наклеены. Прихожки вот такого плана. Они более такие серо-бежевые. Тоже где-то с блеском немножко, где-то блестит. Здесь на кухне вот дверь я покрасила, косяк вернее, я обклеила, приклеила уголочки на жидкие гвозди. Вот здесь гвоздь оставила, картину какую-нибудь сюда потом повешу. На кухне обои кое-где подреставрировала. И вот самое мучение вот этот вот в этих уголках. О, Игорь идет, не будем мешать. Вот и супец готов. Ну ладно, что теперь? Вот туда за холодильник. До самого конца. Ну, не видно здесь. Не получается у Игоря придавить там эту ленту. Скотч этот двусторонний. Да, это не критично. Холодильник стоит всегда на месте, никуда он больше не поедет. Ему нигде больше места нет, так что. Ну вот уже какой уголок красивый. Под цвет вот этого ламината, если выбирать плинтус, я не хочу коричневые, не люблю. Сам ламинат тут лежит коричневый. И вот такой нейтральный цвет плинтусу взяли. Пятерочки купила вот такую селедку. Две штучки купила. Одну вот съедаем, одна целенькая. И пишут слабосоленая. Я бы не сказала, что она слабосоленая, но и не пересоленная. В общем, вкусная селедка, крепенькая. По размеру небольшая. Так что советую. В пятерочке. Может, где еще вам попадет. Софенькин пришел. Синичка, мы вон там бросили хлебушек.
тут где-то вот они у нас живут под крышей. Все хочу сюда вот кормушку поставить, но не знаю, стоит, не стоит. Это же надо им бросать еду какую-то. Семечки хорошо клюют, жареные вот магазина. Ведь им нельзя, пшено нельзя, там что-то надо. Так, по-моему, можно перловку. Но пока мне еще некогда этим заниматься. Я как-то делала кормушку себе на окне. Окно вот так открываешь и кладешь им туда. Это там на севере было. Там даже дятлы прилетали, снегири. А рядом дерево стояло. Снегири как прилетят с красными грудками. Ой, красота. Вон синичка. Вот уселись. Тут хлеб я бросала. И вот одна занимает вот этот кусочек, и там вот вторая, Дена, вон. И другие уже все не трогают. Потом улетит, где-то полетает. Другие не смеют трогать. Наверное, так у них. Ну, не вижу я других. Чайник закипел, сейчас чаек попьем. И будем дальше делами заниматься. А может, отдохнем после обеда? Так спать хочется. Ну, навряд ли. Если я лягу днем поспать, то я потом допоздна не могу уснуть. На этом заканчиваю. Всем всего доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.